Мы репетируем каждый день с ними. Значит, вот утром наш день начинает с 7 утра и до вечера 9. Я уже пятое поколение, что работаю за слонами. Моя целая семья работала за слонами раньше. Слоны живут больше в цирке, чем в зоопарке или везде, потому у них кондиция есть. Значит, мы репетируем, занимаемся много с ними. И у моего отец был слон, который жил до 89 лет. В зоопарке примерно 40 до 45 лет и уже умрут, потому там начинают проблемы с артритис или за сердце и такое. Так бывает. Лаксми 65, Тич 50 и Бэби 30. Слон, когда берешь, надо ему год, чтобы он был готов, чтобы выступать на арену. Не только чтобы был выступать, он должен привыкнуть тоже на других животных, привыкнуть на звук, привыкнуть на все. И это самое тяжелое заучить, чтобы не боялись ничего. А это надо быть с ними день и ночь вообще. Что они чувствуют, что они не должны бояться ничего, потому что ты рядом с ними.